Келесі спикердің есімі халықтың мұңын мұңдаған ақын, қоғам қайраткерінің аты жөнімен бірдей болғаны бекер емес. Бұл азаматта жастық жігерін жақсы істерге жұмсап, замандастарының ерекше ықыласына бөленіп үлгерді. Қытай Халық Республикасында қазақстандық студенттердің басын біріктіріп, жастар қоғамдық бірлестігін құрғанын замандастарымыз мақтанышпен бүгінде айтылады. Аспан асты еліндегі бұл ұйымда бүгінгі таңда 5000-нан астам отандастарымыз ортақ мақсат жолында жұдырықтай жұмылып жұмыс жасауда. Азаматтың ішкі күш қуаты, ерік жігері, отансүйгіштік рухы әрқайсымызға да үлгі болары сөзсіз. Сонымен ордаға сіздердің қошеметтеріңізбен құрметті мейманымыз Олжас Сүлейменовты шақырамыз. Могли бы прям продолжать. Бальзам Малыш, всего хорошего, здорово, Камин. Хурметты достат, бірчеден, кейлі ажарек жеріне келген өте қуаныштымын. Көркіңізбен таныспыз, көптен бері келемізді, келе алмай жүрдік. После Давиды, наверное, очень сложно выступать. Почему? Потому что у меня не такая романтичная история. Ауылдың баласынан, содан кейін ауылына қалағы көшеді зертуан, қаладан көшіп келсек, Қарағандың майымызды деген жері келдік. Мы сейчас живем очень счастливое время, почему? Потому что у вас проходят разные тренинги, мастер-классы, разные успешные люди делятся своим опытом. Я вспоминаю свою молодость, именно когда в школе учился, ну, мы примерно одного возраста, наверное. У меня немножко было по-другому, ориентиры были, к сожалению, неправильные. Вы сами знаете, может, слышали, мой выдох – это более криминальный район, всю жизнь занимались спортом. И к нам в школу, если я вспоминаю, только приходило два типа людей. Это в год один раз приезжал цирк, и старшики из других школ приходили снимать деньги. И на самом деле мы сейчас живем в очень счастливое время, когда, сидя в ауле, можно получать лекции в Гарварде. Қазақымызда, еліміздің арқасында жиі айтады спикерлер, бизнесмендер, кәсіпкерлер, мен сауатпайтын бәрін өзім жетпейді. Өкінішке орай мен деп айта алмаймын, мүмкін ол жақсы да шығар. Я продукт своих родителей, продукт своей страны. Почему? Потому что я получил здесь образование, воспользовался программой «Болашак». Еліміздің арқасында, елбасының бағдарламасының арқасында келедеміз өзге елмен тең болып, ата бабамыздың табаны тимеген жерде жастарымыздың қаламы тиіп жатыр. Сондай заманда өмір сүріп жатырмыз, сондай мүмкіншілікпен қолданған жастардың бірімін. Бүгінгі сөзімді, сегодняшнее выступление я хотел бы разделить на четыре части. Первое – это выбор, потому что жизнь состоит из выборов. Второе – это удар, то есть фейл, падение. И третье – это страх. Четвертое – это приоритет. Вся жизнь у любого человека состоит из выборов. Ты можешь правильно питаться или купить неправильную, вредную пищу. Или же можешь пить и прожигать время. И так и пройдет время, ты не успеешь свою жизнь переписать из черновика в чистовик. У меня тоже очень много было выбора. Как я сказал, я жил в таком районе, как Майкл. Откуда, вы все знаете кто? Геннадий Головкин. Вот. И у нас, к сожалению, не было таких хороших, как говорится, ролл-моделов, на кого можно ориентироваться. Мы ориентировались, к сожалению, на Косова, Хромова, на авторитета. И ориентиры были немножко неправильные. Мой первый бизнес-проект, не побоюсь этим поделиться, почему? Потому что какой бы опыт ни был, я этим горжусь. В то время процветал очень в нашем районе гоп-стоп. Мои друзья, которые занимались гоп-стопом, приносили мне телефон, я его перепродавал. Это был мой первый заработок. Какой бы ни был, для меня это опыт. Это первый одно из начал. И после окончания школы я первый раз в жизни проехал по программе Work and Travel Штаб. Здесь начинается у меня часть выборов. Всегда я считал, что задроты – это не авторитеты, я на них не ориентировался. И считал, что учиться – это не совсем круто. И поехав в Штаты, я увидел там конкуренцию, насколько все глобально развивается, насколько я отстаю. И каждый же представляет по-разному свое 18-летие, когда у него день рождения, вечеринка, пати. А у меня выпала возможность свое 18-летие отпраздновать в Штатах. Именно это день рождения для меня было таким важным, феноменальным, где я сделал одно из главных решений в моей жизни. Почему? Потому что, когда я ехал в Штаты, я примерно представлял, что пляж, солнце, будет вечеринка, 18 лет мне исполнилось, как песня есть, да, 18 мне уже, забирай меня скорее.
Вот, мы все, к сожалению, выросли на таких вещах. И когда я приехал в Штаты, я работал на трех работах, потому что очень нужно было заработать, чтобы оплатить свою учебу в Китае. И на всю жизнь запомнил это день рождения. Это было абсолютно по-другому, как есть, чтобы понять ожидания и реальность. Мы работали с братом на трех работах. Утром пекли котлеты в Макдональдс, потом выходили и шли на работу в хаускипинг, в гостинице. И третья работа была, я копал траншеи. Поэтому, наверное, полюбил строительство. И когда уставший после 16 часов работы пришел домой, а у нас денег нет, последние где-то 400-500 долларов осталось на двоих, а нужно было зарабатывать. Прихожу домой, брат сидит и ждет меня с пиццей. Огромная вот такая пицца, кусок один, видимо, я подумал, съел, наверное. Одного куска нет, пицца целая, и поставил свечи, с днем рождения. Я говорю своему брату, говорю, отец, говорит, зачем нужно было деньги тратить? У нас же и так денег мало. Он говорит, нет, я не тратил, я убирался в комнате, и жильцы, которые жили в комнате, они, оказывается, не доели пиццу, оставили. И я специально целый день хранил, говорит, сармайдай сахтап, саранаги, вот, туангин, вот, валек. И послание моего брата я запомнил на всю жизнь, когда он, мы сидели, и он мне пожелал, говорит, ужас, я желаю, чтобы мы с тобой работали не руками, а головой, мозгами. И тогда я понял, насколько важно образование. Когда у меня появилось желание учиться, я понял, что только благодаря образованию можно чего-то добиться. А нам с начальниками есть синдром айтан сөзі бар, баймекелей, баласын білімен атенестер. Өкінші көрі жас кезімізде оны сүген жоқпыз, жас болды, дала баласы. Сол кезде мен оны қатты түсіндім. И для меня, я был во многих странах, в Европе, и 9 лет жил в Шанхае, но для меня вот эта пицца, она была самой вкусной в моей жизни. И где бы я ни был, я бы никогда не пробовал такую вкусную пиццу. Қазақта жақсы сөз бар, ашаршылықта жеген құйқан дәмі аузына келмейді. И для меня это одно из главных решений было, когда я сделал выбор, что я хочу учиться. Приехал в Китай, оплатил за свою учебу. Два года мы усиленно учили китайский язык, а он очень непростой. И поступили в топовый вуз, и как самостоятельно поступившие прошли по полушагу. И благодаря вот этому своему выбору в жизни, может, не каких-то грандиозных результатов, но какие-то результаты есть. Допустим, благодаря знанию китайского языка я поработал в японской компании Japan Construction, Nippon Construction, куда я проходил через 7 этапов собеседований, и было претендентов 5400 человек на одно место. Я в этой компании работал более года, потом меня пригласили быть генеральным представителем Министерства инвестиций, и началась, ну, моя love story с госслужбы. Там я, благодаря знанию китайского языка, поработал переводчиком главы государства. И также, опять же, благодаря вот этим знаниям, я смог выступить в трибуну ООН и стал первым казахом, который выступил на казахском языке. Но я считаю, что я второй, потому что первый был для меня президент. Лидеры отличают определенные качества. Одно из качеств для меня самых главных. Лидер – это тот человек. Я знаю, всегда рассказывают какие-то романтичные истории, там, Леонид Ямура, что в бизнесе все легко, всего можно легко добиться. К сожалению, у меня немножко не так было. Почему? Потому что у меня немножко специфическая сфера. Я работаю всю жизнь в строительстве. И строительство, вы все знаете, это одна из коррумпированных бизнесов. Маты с утра до вечера, кивки и всегда строители такие ассоциируют. Я решил себя попробовать в этом бизнесе. Бизнес очень суровый. И стал партнером за год в компании «Щеберлил». Но оставив все это, я переехал в Атырау. О чем я хотел сказать? Не романтичная история, я хотел бы с вами поделиться своими фейлами. Потому что лидера, наверное, отличает не то, как он достигает успеха. Очень часто лидера определяет, насколько ты лидер, или по-молодежному сказать «лузер». Определи именно тот момент, насколько ты не бьешь, а насколько умеешь держать удар. И в жизни бывают очень часто такие моменты, когда жизнь преподносит разные сюрпризы. К сожалению, у меня тоже такое было. Я потерял родную сестру, у меня вся семья попала в аварию. И в этот момент у меня руки опустились, как будто отрезали крылья. И на самом деле самое сложное и то, что невозможно изменить, это, наверное, потеря родных и близких. Остальное все это не проблема для меня. Потеря денег, потеря чего-то. Но потерять близкого человека – это
это реально без шансов. И лидер отличает именно вот это, то, что нужно уметь держать удар. Это больно, неприятно, неожиданно, но если лидер, ты должен всегда выставить вот эти сюрпризы, которые тебе подносит судьба. И просто я с вами искренне хочу поделиться. Өмірде түрлі сынақтар болады. Аяғыңызда шалатын адамдар болады. Арқаңызға қарқыт қойып, елдің болашағы сенің қолыңда деп, басқаша жағдай болып жататын жағдайлар болады, бірақ ешқашан сынбау керек. Әсіресе бизнесте жүрген кезде, кәсіпкерлікте жүрген кезде, бәрі Инстаграмда, Фейсбукта өте әдемі көрінеді. Это очень непросто. Я уважаю бизнесменов, которые добились больших результатов, потому что за кулисный момент это просто страшно. Бессонные ночи, вся ответственность на тебе. И когда работает столько человек в твоей компании, ты чувствуешь вот эту ответственность, что ты несешь полную ответственность за их семьи. И, ну, когда у тебя появляется удар в жизни, третье, что появляется, это страх. Есть хорошие лучшие слова Евгения Евгеньевича про страх, с которыми я хотел бы поделиться. Ну, это примерно так. Не нужно бояться пустого тумана, не нужно бояться пустого кармана, не нужно бояться ни горных потоков, ни грязных потоков. Умейте всем страхом в лицо рассмеяться, лишь собственной трусости надо бояться. Поэтому есть такая вещь страха, которая очень сильно нас тормозит и не дает возможности для развития. Я думаю, от глобального мира мы очень сильно отстаем. Конкуренция на глобальном уровне, на мировом уровне очень жесткая, особенно в Китае. И когда мне говорят, что в Казахстане жизнь очень сложная, а у нас же 17 миллионов президентов живут, каждый таксист-реформатор. И мне хочется сказать, взять этих людей, повесить в Китай, показать, насколько все там сложно. Четвертое, что я хотел бы сказать, четвертая часть, это приоритеты. Ставьте правильно свои приоритеты. Я всегда этим делюсь, потому что не всегда я это правильно знаю. Но сейчас стараюсь это все правильно делать. Иногда, гоняясь за какими-то вещами в повседневной суете, мы забываем про самое главное в жизни, про своих родителей, близких, про какие-то жизненные ценности. Сейчас, на данный момент, своим крутым дипломом, знанием нескольких языков никого невозможно удивить. Это стало как бы нормальным явлением. Каждый заканчивает Гарвард, MIT. И у нас работают люди, которые знают 6 языков, 7 языков. Чем можно сейчас удивить, это простыми человеческими качествами. Честность, искренность, пунктуальность. Ну, для нас, наверное, особо важно пунктуальность, да? И поэтому, я думаю, очень важно ставить правильные приоритеты, ценить то, что нужно на самом деле ценить. По молодости, к сожалению, не знаешь, казахта сөз бар ғой, баланың ойы далада, ананың ойы балада. И когда ты понимаешь, что ты что-то потерял, когда приходит в голову мысль, что ты неправильно ставил ценности. И иногда, гоняясь за хайпом, особенно сейчас это очень стало популярно, предельно хайп жасаем деп, болмаса осы қазіргі кезде сай болам деп, өзімнің атым шығарам деп, өзіміздің тектілігімізді, құндылығымызды, құндылықтарымызды ұмытпауымыз керек. Шетелде көп нәрсе үйренуіміз керек, бірақ өзіміздің қазақи болмысымызды, өзіміздің тегімізді, өзіміздің жанарында рухымызды сақтауымыз керек. Мен айтайын дегенім сол. Рахмет.